Fresh meat. Пожалуйста. Тихо. Вот, вот этот парень, видели? Руководство сразу ставим мое. Топ-1, кстати, руководство. Кому надо. Сегодня у нас будет путч, как ни странно, да? Вот. И будем сегодня играть на 2000 ММР. Вот, почти что ровно 2000, потому что я уже одну игру сыграл. К сожалению, пуджа не дали, пудж сам был в бане. Вот, был уже один ролик на 1к, был уже один ролик на 3к, и 2к я пока что скипнул. Последний раз я играл на Лоу Мэри вот как раз на 3000, до этого, точнее, после этого я вообще не играл на каком-то Лоу Мэри аккаунте. Только пару раз играл на Смурфе, там где 6к, и на Мэне все остальное играл. Что, в принципе, поменялось с последнего ролика? Вышли несколько патчей, ну там таких, не очень сильных. Вот недавно вышел патч, который убрал 2% вампиризма, но толком почти ничего не поменялось. Будем смотреть вообще, как ощущает себя пудж на 2000 ММР. Потому что, как бы, кто бы что ни говорил, но можно сыграть на 1к с такими задротами, прям нереальными. Вот только что я играл с пацанами, вообще все идеально играли, хорошо, просто умнички. И тогда можно сыграть с такими, ну, реально, ну, дурачками, что ты даже не представляешь, типа, и это 5000 ММР было? Ну, правда, вот было и такое, конечно. Кстати, если вам будет интересно, я могу сыграть еще на каком-нибудь лоу ММРе, но с супер маленькой порядочностью, потому что вы прекрасно понимаете, что если порядочность, допустим, 2000 и 10 тысяч, а ММР один и тот же, да, допустим, там, не знаю, 3000 ММР, то разница между играми будет колоссальная. А вообще могу записать ролик, допустим, на 1к с 1к порядочностью и на 1к с 10к порядочностью. И, типа, сравнить, вот, какие игры вообще, ну, там, кто как играет и так далее. Вот прямо с первого раза, как только дадут мне пуджа. Если вам это будет интересно, то пишите в комментариях обязательно. Я все комментарии читаю. Ой-ой-ой. Бара-бара, мужик. Оп, let's go. Это мидер. Мы не боимся, мужики, подойдите к нам. Бара, пойдем. Давай, разгон и пошел. А, ты без разгона. Иди кнопки жми. Я не разгон. Да-да, иди кнопки жми, не бойся. Ну, Станчик, Леончик, братишечка. Ну, что ж такое? Бара, я тебя жду, мужик, давай, я тебя жду, подходи ко мне. Я рад, что отправим вот сюда вот. Ну, Бара, без разгона тут, ну, ничего не сделаешь. Все, пусть убегает. Понял. Он прям до конца, он прям до конца, ладно. Не буду апать себе стики, потому что слишком быстро занимает слоты. Я хочу себе взять... Вот против мартретки можно брать себе, допустим, апнутые стики, если ты не берешь себе, ну, потом апнутый брайсер. Но я хочу играть через два брайсера, стики я потом продам, потому что, прекрасно понимаете, брайсеры после 20-й минуты, они становятся x2, статы дают, и это прям кайф. Ну, Баратрон, кстати, на самом деле откликает. Красавчик. Короче, вот что я подметил на этом ММРе, люди не уверены в себе, вот прям не уверены. Что, в принципе, как бы, когда я, допустим, долго не играю в доту, я когда захожу на мейн, я немного так, знаешь, типа вот побаиваюсь, что ли, кнопки нажимать или что-то там духе. Угу. Блин, на самом-то деле надо... Ага, там еще вардик стоит, какой батя на этом, да? Оставь, мужик. Ладно. Так, ну Баратром ушел роумить. В принципе, не знаю, почему Мартретка ушла, но для меня это кайф. Потому что, во-первых, я не боюсь за то, что меня могут прийти убить. Хотя Мартретка может все-таки прийти, но нажимай. Да, вот Мартретка пришла, потому что его Баратром немножко там погонял. Можно третий спел нажать. Вот, да, Мартретка нажимает корточку, и я, конечно... Уже не догоняю. О, ну тут, конечно, она... Должна умирать, да. Ой, я улечу. Я сделал, типа, вот сюда вот, чтобы, ну, не на базу, потому что я отхилю сейчас. Я хорошо улетел, конечно, выжил. Леончик, я так понял, проиграл мидл, потому что 5-й левел учил. Хотя это инвокер экзортовый стоит на харде, между прочим. Конечно, хотелось бы убить Клопу, но... А вот с Леончиком, конечно, можно попробовать. Дай стан просто, мы убьем его. Хекс.
замечательно. Наконец-то Valve выпустили что-то новое с Battle Pass. Посмотрите, какая красивая фантомка. А, это не она. Вот, теперь другое дело. Да, многие не могут позволить себе потратить столько денег. А вот на тесте ее можно получить всего за несколько сотен рублей. Не хочешь покупать Battle Pass? Тогда просто выведи себе этот баланс на Steam и делай, что хочешь. Также на сайте есть контракты и апгрейды. Берешь ненужную вещь и провещаешь ее в Аркану. Ах да, по ссылочке в комментариях ты сможешь получить подарок и 15% пополнения баланса с промокодом, который ты видишь на экране. Переходи и забирай свое. Берем себе фейзы, и потом я возьму, наверное, себе худ, потому что, ну, слишком много магии. Леон, если есть ТП, сделай набит, мы убьем копу. Я подбегаю, мужик, погоди. Давай, можешь выходить. И стан. Понял. Я знал, что так и будет. Под вардом, на самом деле, здесь вард стоит. Да. О, вот это куда, блин, кнулся мужик. Ты чё ты топ продал-то, блин, Джаггер? А, третий спел не нажал из-за анимации хука. Ладно, такое себе. Понял вас. А не страшно, на самом деле. Зато он не получил пассивку. Стан. Хорошо. Ух, какой парень. Кинь ТП сделал. Я его не боюсь, я понимаю, что он меня не убьет. Так, сейчас бы каким-то хуком бы попасть. Хорошим таким, чтобы не в попу. В кого-нибудь. Джаггер, подойди, пожалуйста, мужик. А, глифа не было, тут одна тычка. С виженом. Ты вообще это видел? Опа, Джаггер, хорошо. Так, но меня не должны поедут. Давай. Вардик есть, мужик? Вардик, дай. Вард. Ну, мужик! Так, ладно. От рехаб подальше. Ну, не хочет вард ставить. Ну, ты смотри на него. Ну, или этого можем. Бара бежит, let's go. Найс. Не, я говорю, вот с таким затаром меня убить очень сложно. Мужики очень далеко зашли. Тоже хорошая шмотка выпала. Но это лучше. Можно подраться? Вообще ноль урона. Посмотри на это. Папу, она бликанулась. Я не могу двигаться. Не, надо отходить, мужик, надо отходить. Я не смогу помочь, извини. Я тебя кинул. У меня маны ноль, и у нас герои все отошли. Опа, с арчидом. Куда это он? Бара, разгон на меня! Бара! Ой, ну куда ты? Тихо, умирать. Найс.
Драга, со мной, Драга, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, мужик. Ну, конечно, это было понятно. Что делать? Ты просто это делаешь. Да, но там я не знаю, сколько по таймингу. Поэтому хукать не буду. Еще один ТП делает. Можно потратиться, немного потратили. Живем, братик. Варда не было. Че, мужики, госмоки нажмем, но убьем на миде пацанов. Мы очень сильные. Как минимум я очень сильный. Я готов драться. Есть блинк? Нету блинка. Ну хекс, хекс, мужик. Сзади выходят, сзади выходят. Пойдем, пойдем, пойдем. Не, уже не догоним. Опа, вот он. Ворот, ворот. Нет. Надо убить кого-нибудь, пожалуйста. А, меня реально нажал. Так, третий спелл. Жмакаем. Не могу сожрать никого. Как же он мансит, божечки, кошечки. Все просто мансят, все кнопочки у меня летят. Бегать бы вообще. Неплохой файт был. Не сказал бы, что прям все круто, но неплохой. Под вардом идем. Скорее всего. Хотя. Да, подвижно есть. Помощь. Так, третий спелл. 2 секунды. Поднять его. Настрай кинул там. Мансит, мансит, смотри на него. Вард, поставь, мужик, пожалуйста. Не успел знать. Не буду ультовать. Мистер Джаггернаут. У тебя тут герои мертвые почти. Но меня убить не могут, меня это радует. Сейчас у меня будет БКБшка, потом мы с ними поговорим. То есть там убить вообще будет невозможно меня. Можем? Ага. Ого, ого, ничего себе. Ты посмотри на них. Как же мне пофиг, мужики, на вас. Попал? Нет, не попал. Боже, я фулл хпшный. Мне просто не наносит урона, вы понимаете это? Ноль урона. БКБшка есть. Они сейчас будут, по идее, драться, по идее. Руди, конечно, бегает так. Подними кого-нибудь. Угу. Так, ну это неплохо. Мужики, можем подраться? Поэтому нет. Не-не, можем, можем. Вообще ноль урона сильно-то. Как там? Ну да, ладно, не успел. Я бегу, бегу, Леончик. Ну смотри, какой урон. Я не знаю, не, я скорее сегодня догнал его. Ребят, 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 они не убьют меня. У меня БКБ есть. Дай, 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 дай. Ну, не дает, посмотри на это. Опа, опа, опа. Линки там нету. Видимо. Ой, хорошо.
Ну что ты такое делаешь? Я тебе... Ну что? Ну не дает мне пассивку забрать. Нажимаем вот так, вот так вот. Ой, как, ой, как, ой, как, ой, как. Можно, в принципе, курьера обратно отправить уже. Ну, тут... Замечательно. Я с БКБ, я с БКБ, я с БКБ, я с БКБ. Вот-вот. Да. Нажал. Хорошо. Ну, ничего, все кнопочки сюда. По джаггерам вообще не должны убивать меня. Ой, как же мне нравится вот этот билд через два брайсера плюс онгуард с хутом. Если у вас все хорошо, я понимаю, когда все хорошо, можно купить себе гоним. Но вы будете уязвимым. С вангуардом плюс хутом вообще невозможно тебя убить. Ну, Unreal, вот правда Unreal. Нажимаешь третий спелл, главное контролировать третий спелл. Если он у тебя в кулдауне, не торопиться, не торопиться. Потому что, ну, я понимаю, допустим, если ты играешь на кого-нибудь 7К, то ты можешь надеяться на тиммейтов. Здесь надо быть аккуратно. Хорошая работа в команде. Надо быть аккуратно, потому что ты можешь пойти, вот как я, у меня тоже, вот я когда второй раз нафидел, я тоже пошел без этого, без третьего спелла и окочурился. Поэтому, короче, надо быть аккуратненько.